ты показалась. Поймать их невозможно. Нельзя напасть на след. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Доспехи. 23, 24, 25. Мы идем искать. Я слышал, он в коридор выбежал. Ты ищи на кухне, а я в гостиной. Может, он в кабинете папы? Здесь и прятаться-то негде. А в рыбе? Нолик, в этой рыбе и пол Дим Димыча не поместится. Да? Тогда в горшке. Ага. Скрючился там и хихикает над нами. О, Синка, ты слышала? Он там! Никого! Но я же слышал хихи! Показалось. Пойдем в туалете поищем. Показалось. Фух, ну и духота в этих доспехах. Заклинило! Куда же он делся? Ой, кто это? Сука! И долго вы меня будете искать? Доспехи – это прочная одежда, которая защищает воина от стрел и мечей. Доспехи делали еще в древности, но только в средние века появились рыцари, полностью закованные в железо. Рыцарские доспехи были такими тяжелыми, что если рыцарь падал, то уже не мог без посторонней помощи подняться и залезть на коня. Кстати, рыцарских коней тоже защищали специальными доспехами. Вы что застыли? Дим Димыч, это ты? Я! Поднимите мне забрало! А ты сам не можешь? Не могу! Видите, у меня руки застряли! Видим! Прикольно! Вам прикольно! А я теперь вылезти отсюда не могу! Помогите мне, пожалуйста! Нам сейчас только кусачки не хватало! Кусачка, ты чего? Я! Прости! Помоги! Не могу встать! Нолик, надо все расстегнуть! Скорее! Спасибо, что помогли! Да чего-то! Я бы сам не выбрался! А рыцаря надо собрать. Ага, пока папа не пришел. Защитная одежда нужна не только на войне. Путешественники надевают специальные сетки для защиты от комаров и мошек. И у пчеловодов есть защитная одежда. Хороши бы они были, если бы не оберегались от укусов пчел. Защитные костюмы просто необходимы пожарным, чтобы они могли бороться с огнем и спасать людей. Но больше всего защитная одежда нужна в космосе. Ведь там ужасно холодно и совершенно нечем дышать. Костюм космонавта называется скафандр. Скафандр не только защищает космонавта, но и снабжает его воздухом для дыхания. Кстати, комбинезоны фиксиков – это тоже защитный костюм. Ну как? Правильно собрали? Вроде правильно. Только шлема нет. Нолик за ним пошел. Эй, эй, эй! Поднимайся!
задача. Ну-ну, рыцарский конь, уймись. Ну вот, голова на месте. Только твой рыцарь теперь на балерину похож. У него рука не опускается. Надо ему что-нибудь дать. Это подойдет? Конечно, так гораздо веселее. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.